Медвежья трава. Хантейская сказка. Осенью один охотник ушел на охоту. Ушел, да так и не вернулся в чум. Его жена подумала, что он погиб где-нибудь в лесу. Ходила искать, но не нашла. Поплакала и вернулась к своим детям. Прошла зима, на земле появилось много проталин. В одно солнечное утро дети играли возле чума. Играли, да как один ребенок закричит: «Мама, к нам отец из лесу идет!» «Какой там отец? Ваш отец осенью потерялся. Откуда он может прийти?» «Нет, мама, это наш отец идет!» Мать встретила мужа. «Где же ты был целую зиму?» – спросила она. Муж начал рассказывать все, что с ним было. «Осенью, когда я ушел на охоту, в лесу я встретил медведя. Стал его гонять. Пищи со мной было мало. Я обессилел и не мог догнать зверя. Но я видел, что медведь ел какую-то траву. Я нашел эту траву и думал, почему бы и мне не поесть ее. Я поел и стал сытым. Погнался опять за медведем. Наткнулся на берлогу. Посмотрел. Берлога пустая. Зверь приготовил ее. Но не стал в ней зимовать. Я хотел идти дальше, но не смог. От медвежьей травы меня бросило в сон. Голова падает. Куда пойдешь?» Я снял лыжи, поставил к дереву, повесил на сук ружье. Залез в берлогу, заткнул мхом вход, лег на медвежью постель и уснул. Уснул осенью, а проснулся только весной. Вот какая сытная и сонная эта медвежья трава. Какую траву ел охотник, он никому не показал. Но старики говорят, что в тайге такая сонная трава растет, и медведи знают ее.